Нерадушный прием. Хотя Украина разрешила въезд иностранцев, граждане Молдовы свободно путешествовать по этой стране не могут. Вместо этого обязательный двухнедельный карантин, если только речь не идет о транзитной поездке. Все потому, что у нас по статистике более 100 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей. То есть почти в 3 раза больше, чем нужно, чтобы вписаться в параметры, введенные украинскими властями для свободного передвижения. Румыния также не включила Молдову в список стран, приезжающим из которых не обязательно соблюдать режим самоизоляции. Провести 14 дней на одном месте нужно будет в том числе румынским гражданам.